болельщиков. И, конечно же, я думаю, что многие пришли сюда именно за этим. Золотой ключ с бриллиантами для почетного гражданина Гэнсбург 2016. Овации, друзья, овации. Так, все. Ну и для торжественного открытия нашей выставки, конечно же, хочется пригласить на сцену генерального директора компании «Супрема» Султана Молданазарова и директора выставки Екатерину Никифорову. Встречайте! Громче, громче, громче! Дорогие друзья, здравствуйте! Шестой раз поднимаюсь на эту сцену и шестой раз волнуюсь. Речь заготовил, но сейчас я все забыл, буду говорить, наверное, по-новому. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех нас с первыми весенними выходными. Давайте поаплодируем себе. Мы очень рады приветствовать вас всех в этом зале, в нашем сказочном городе Кошек Гэнсбург. Это действительно сказочный город, потому что его не существует. Вернее, он существует, он появляется всего лишь на 2 дня в году, как оазис в пустыне, а потом опять куда-то исчезает. И мы ровно год готовимся к следующему Гэнсбургу. Сегодня в этом зале вы увидите более 1000 кошек. Да, вот ведущий уже сказал, не только со всей России кошки присутствуют, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Вы представляете, какая энергетика за эти 2 дня наберется и будет дарить и передавать это каждому посетителю. Компания «Супрема», наши друзья, партнеры по бизнесу, многоуважаемые клубы, которые с нами проводят эту выставку, наверное, с августа, вот 6 месяцев мы готовились, и наконец-то вот наш город построился. Давайте скажем всем большое спасибо. А теперь хотелось бы пригласить на эту сцену, и я бы хотел вашей поддержки каждому, кто поднимется. Это люди, компании, без помощи которых этот праздник не состоялся. И я бы попросил вас бурными аплодисментами встречать каждого, кто поднимется на эту сцену. Сейчас я очки одену. Сначала на сцену будет подниматься профессиональная часть выставки, люди, которые создали именно вот ту часть. Кошки, ассоциации, судьи, все, что касается профессиональной части. Президент клуба «Альянс Супер Кэтс» Софья Красносельская. Фелида Анна Романович. Президент клуба «Шануар», шоу-менеджер рингов по системе CFA Елена Калинина. Клуба «Кристалл» Ольга Мурашко. Вот эти милые, хрупкие дамы. Ой, прошу прощения. Мы привыкли на Гэнсбург иметь 4 клуба, а в этом году у нас 5 систем. Председатель правления региональной общественной организации «Роскошь» Марина Литвина. Спасибо.
теперь скажу, вот эти милые хрупкие дамы провели вот большую часть площади Кэтсбурга. Тысячи кошек, которые сегодня присутствуют, это их заслуга. Еще раз, можно ваши аплодисменты? Ну а теперь наши друзья, партнеры, без которых мы бы, наверное, не смогли создать наш город, построить его таким красивым. Компания Nova Foods, торговая марка «Тренер». Компания «Диметра», торговая марка «Витапро». Компания «Пэт Континент», торговая марка «Брит». Компания «Афина» и торговая марка «Санабель». Компания «Валда Пэт Продакс» и торговая марка «Монш». Компания «Гранд Альфа», торговая марка «Хэппи Кэт». Компания «Бифор», торговая марка «Биофар». Наш информационный спонсор – компания «Зооинформ». Единственный неповторимый зообизнес. Ну и, наконец, наш бессменный генеральный спонсор Кэтсбурга шестой год подряд, компания «Клоракс». Сегодня присутствуют главные руководители компании Эмма Эткинсон, генеральный директор, и Люк Хартин, директор по продажам. Спасибо всем большое за то, что вы принимаете нас здесь, на Кэтсбурге. Это действительно очень хорошее, очень интересное, потрясающее шоу. Such amazing, beautiful, world-class cats. Настолько потрясающие, красивые коты мирового уровня. As a British person representing an American brand, to come here to a Russian cat show and to be so welcomed really humbles us and touches our hearts. И поскольку я как бы из Британии, но представляю американский бренд, и вы так тепло приветствуете нас в России, это действительно очень трогает нас, и нам очень это приятно. With all the international, political and financial difficulties, to be welcomed to the family of cats in Russia is a true blessing for our brand. И для нашего бренда это тоже очень приятно, что несмотря на все международные неурядицы и проблемы, вы так тепло приветствуете нас в вашей семье кошек здесь, в России. We've had a very long partnership with our very, very good friend Supremo. Thank you, Sultan. У нас очень долгая история сотрудничества и кооперации с нашим давним-давним партнером, Султаном, компанией Supremo.
And our brands in Fresh Step and Everclean have had long partnerships with you, the cat breeders, the cat owners, and most importantly, our ultimate consumers, the cats. И наш бренд, наш продукт Fresh Step и Everclean также имеет давнюю историю сотрудничества со всеми заводчиками кошек, с теми, кто любит кошек, и самое главное, с самими кошками, с конечным потребителем нашего продукта. So I want to finish by saying thank you to all of you, thank you to Supremo, and welcome to the show, and my one word of Russian, спасибо. И я хочу поблагодарить всех за то, что вы пришли, за то, что вы приветствуете нас на этом шоу, и единственное слово, которое я знаю на русском, спасибо. Ну вот, люди и компании, без которых эта выставка бы не состоялась. Всем добро пожаловать в город Эдинбург. Открывает свои ворота всем. Ну что же, мы искренне желаем нашим уважаемым экспертам комфортного судейства на рингах, экспонентам грандиозных побед, спонсорам плодотворной работы, а зрителям приятных впечатлений, которые надолго останутся в вашей памяти. Еще раз аплодисменты. Эдинбург 2016 официально открыт. И, конечно же, я думаю, всем интересно, что же сегодня нас будет ожидать здесь, на сцене. 12 часов 30 минут, совсем скоро. Нам расскажут все о питомцах «Лесной приют». Ребята из благотворительного фонда, можно им сразу поаплодировать, совсем скоро они окажутся на нашей сцене. Давайте поаплодируем. 13.00, конкурс от компании «Диметра». 13.30, особенно маленькие зрители сейчас у нас активизируются, шоу «Мыльных пузырей», не пропустите. 14.00, выступление танцевальной студии «Тодос». 14.30. Конкурс от компании Grand Alpha. 15.00. Цирковое выступление Рататуй. Не пропустите. После этого мы подведем результаты конкурса «Жил-был кот в городе Эдинбург». Это очень-очень важно и интересно. Все те, кто еще только пришел к нам и не знает, что же это за конкурс такой, обратите внимание, у нас есть целая стена с детскими рисунками. Многие присылали детишки от 0 до 18 лет, присылали свои работы, выбрали 10 лучших и, конечно же, те, кто заработал, те, кто рисовал, должны получить свои долгожданные призы. Это произойдет в 15.40. Соответственно, 15.30 конкурс «Самое звонкое мяу». Всем желающим помяукать обязательно быть около сцены. 16.00 конкурс от компании «Биофарм». И в 16.30 состоится конкурс кошачьей моды. Все те, кто любит сам участвовать в дефиле, да? Будем участвовать? Будем, конечно, конечно. Все, кто хочет посмотреть на красивые кошечек, котов и их наряды, не пропустите, приглашаем вас к сцене. Ну и, конечно же, сегодня мы работаем до 6 часов, будет много всего интересного. Еще раз, с программой вы сможете ознакомиться рядом со сценой. Ну и, конечно, настойка информации. Мы пожелаем еще раз всем-всем-всем кошкам, которые участвуют на рингах, высоких побед, отличных результатов. Ну и совсем скоро мы продолжим нашу программу на сцене.